Друзья, всем привет. В общем, выехал сегодня целенаправленно за Белым Амуром. Прошел, не знаю, может, минут 20-25. И встретил первого. В общем, смотрите, какая ситуация произошла. Вот хочу ее прояснить. Что же произошло? Амур был не сильно трофейный, килограмм 10-12. Я вот не пойму, вроде по логике вещей я не мог его не пробить. Дистанция метра 2-2,5. Граненый наконечник, закачка 33 килограмма. Клинга с варвар 70. Не знаю, может я что-то на видео не уловил. Вроде как попал. Черт его знает. Да и стрела не отскочила от него. Как бы я вот стрельнул и катушечка мотнула все равно. Может, чуть-чуть выше дал. Так и не понял, что произошло. В общем, как-то так. Не получилось у меня сегодня. Больше Амура я не встретил. Будем искать дальше.